Здравствуй, мой любимый зритель, это продолжение FFA сериала «За Корею на восьмерых» в Sid Meier's Civilization 6. Если ты случайно наткнулся на это видео и не видел первую серию, то рекомендую перейти именно к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео, потому что всегда лучше смотреть с самого начала. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Ну, если там уже пригороды у тебя построены. Да, я вышел. Мне кажется, с тем количеством промки там можно вообще ничего от него не требовать больше. То есть грек уже вот тут. Не, ну промк уже во что-то надо направлять. Как он по культуре прет. Растет медленно, зараза. Так бы я, конечно, так, подождите, надо мне сначала спасти. Фу. Он сейчас бы проатаковал меня. Так. Теперь, значит, берем опять монументальность. Или торговые пути дают плюс 3 золота. Давайте, наверное, реформы денежного обращения. Так, теперь меняем карточки. Да блин, сколько там, когда он перестанет меня? Катапульта? Да ё-мо. Так. Давайте, две карточки надо взять. Во-первых, юнитом кавалерии от средневековья до промышленной эры. Во-вторых, скидка 50% на улучшение юнитов. Теперь 60. 45. А вот и хвачка пришла. Хочу вот эту, конечно, серебро обработать в первую очередь. Зато я теперь от стака не боюсь. Ты уже никого не боишься. Там просто русский, если захочет, казака 4 наверное хватит. Дальше идем. Давайте дипломатическая служба тут вот на я союзы. Я, пожалуй, буду в роли Швейцарии в этой игре. Только без денег, бедной Швейцарии. Освещение, потом меркантилизм. Так мы сделаем. Да, ну тут ну, меньше гор. Алексей, это 170 науки, между прочим. Ну так Савоныш. А у Лаутара 49, ты его там не выносишь?
Ну, он мне войну объявил. Ну, так ты будешь его выносить? Нет, что будет? Оставлю. Я уже спать хочу идти. Я просто смотрю, так у Лаутара там вообще ноль аутов. Что такое ноль аутов? Ну, выходов нет. Арбалет встал зачем-то. Неужели убьет меня? Ну блин, Лёша, ну вот хрена я это делаю, ну. Вот это плюс 10, вот это мапучи, это просто трындец. Это еще одна хрень. То есть у тебя все хорошо развивается, да? Но ты не можешь взять чувака, потому что он хреново развивается, у тебя все хорошо, поэтому ты его не можешь взять. Здорово. Бомбарды построим, чтобы проще города было брать. И кому предложили кризисный союз? По-моему, мне что-то предлагали. Но это не точно. 5-6. Вот тут, наверное, надо промышленную зону. Или здесь. 5-6, да, вот здесь можно. Уже 28 золота. Так, ну очень важно, конечно, будет наличие нефти. Да ладно, неужели нету? Блин. Ну, на воде только. Одна нефть на воде. Ладно. Идем туда. Надо буровую вышку. Пластмасс. Вот так. Да. Ну, как всегда с нефтью. Это вообще какая-то хрень нездоровая, конечно. Но на воде хотя бы есть, то можно что-то сделать будет. Нет там каких-нибудь великих людей, которые... А тогда уже нельзя пользоваться, да, с этими сушками? Да. Я поэтому и спрашивал, в осадная башня во что апается. Вот таран апается в медика.
вот осадная башня во что? Щелкни на нее, посмотришь. Нет, тут вообще нету никакого. Может, я просто не открыл то, во что оно апается? Неважно, я тоже медика не открыл. А, в смысле, в этом посмотреть. Да, в медика, да. И скоро в танке выжить все? Нет. С нефтью, как всегда, проблема. А ты ее уже видишь? Да. Рассказать, у кого как с нефтью? За деньги? Ты открыл уже нефть? Да. Ну давай расскажи. Ну заплати мне, расскажу тебе. Кто платит, тому рассказываю. Что вся нефть у меня, как в Катаре. Ну давай я тебе антиквити сайты, ну руинки, которые археолог выкапывает, скажу. Есть. Зачем? Они есть. Отлично. Вот это предложение. Баш на баш. По-моему, наличие нефти тебе позволяет стратегически планировать свою дальнейшую игру, а наличие этих вообще никак не влияет. Я на самом деле распланировал так, что у меня нефти нет. То есть на тот случай, если у меня нефти нет. Ну, значит, тебе не надо знать, есть она у тебя или нет. Ну, просто интересно. Уже кто-то прет у меня что-то. Уже кто-то столеварение именно супер. Ну ничего себе. Так, могу я еще что-нибудь апнуть, какие-нибудь юниты у меня? Хвачка, хвачка. А, катапульта есть еще одна, которая тут лечится у нас. Блин. Хрен он сюда походил, блин. Эти варвары, наверное, с незапамятных времен плавали. Промышленную зону еще надо на самом деле, вот для этих городов. Кстати, это видео вышло при поддержке космической глобальной браузерной стратегии consolewar.ru. Обязательно загляните на этот сайт, а после регистрации введите кодовое словосочетание «Лёша Рептилоид». Получите пригоршню бонусов. К тому же, буквально со дня на день в игре появятся глобальные новшества. consolewar.ru. А, ну у него, конечно, эти мушкетеры против моих рыцарей неплохо будут стоять. Мне надо вот пушки строить тогда.
Ну, правда, в танке я выйду, это все будет ему. Так, надо убрать отсюда рыцаря и мою пачку туда поставить. Тут плохо, что у меня дороги никакой нету. Надо было как-то сделать, конечно. Но я не сделал. А, вот у меня еще не апнутый юнит. Спасибо за игру. Да, я, честно говоря, тоже не ожидал, что это немцы будут выносить. Я сам не ожидал. Ну, если подумать, вроде логично. Неплохо бустится от этого русский. Блин. Как он меня достал, просто нет слов. Одни междометия. Этими уже походил, не знаю, почему он показывает, что он не походил. Так, давайте лечиться. Промышленную зону негде строить. Вообще какой-то у меня этот город непроизводственный вообще. Не знаю, если может быть, можем замериться, хочешь? Да нет уже, зачем? Ну, давай, давай, повоюем, правда, и что там? Попихались. Ну там у меня тут куча недовольства в этом городе, естественно. Тут, кстати, может какие-нибудь восстания начаться. Есть у меня какие-нибудь с какими-нибудь ресурсами поторговать. Мехами с фантомом меняюсь. Поживем до танков. У меня еще очень большая проблема с ресурсами. Просто тупо нету разнообразия ресурсов. Давайте попробуем промышленную зону еще сделать. Блин, ну тут тупо она, ну... Святилище, ладно.
Нехватка еды. Придется, видимо, амбар строить. Ходы, потому что мне надо серебро обработать. Так, рыцарей надо спасать. Блин. Так, с кем у меня союз? С немцем закон, ну и фиг с ним. Сколько у меня уже рыцарей? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Маловато. Что ж, армии будут. Все корпуса, армии. Строим. Не помешают. Садник Малон. Ну это кавалерия, я так понимаю. Если мне не изменяет память. Это кавалерия. Еще 6 ходов до пластмасс. Тут еще военный лагерь построить, да и в этом городе военный лагерь был бы неплох. Ну вот, он так и поставил города, как я и говорил в итоге. Кстати, у меня влияние повыше, лояльность на его город действует.
скаутом. Что мне, кстати, тут это надо, это надо. Скидку могу, кстати, пока снять. Бонусы от соседства для центра коммерции. Вот эту можно взять. Снять. Это пускай будет. Можно взять на производство каких-нибудь других юнитов. Морских, антикавалерийских. Содержание юнитов. Плюс одно довольство в гарнизонах. А, стоп. Ваши торговые пути к союзнику. Вот что мне надо. Точнее, я только что открыл и хотел это, собственно, взять. Ну, 2-4. Очень неплохо стреляет. Так, осадная башня. Ну что, медика я открыл, а осадная башня в медика не апается. А это транспорт снабжения. Один, минус один, минус один, а здесь минус 70. Так, ну мне надо какую-нибудь рабочего сохранить. Где у меня строители? Это далеко. Ага. Ну, через 5 ходов надо будет идти. Маскат побежден. Арта. Ну вот, если я захочу нападать на мапучи, мне, наверное, по эль-мапу надо сначала брать, потому что у эльи мапу просто отвалится из-за лояльности. Просто отвалится. Юнит, то есть я не могу стрелять, когда если я походил им уже. Не? Так, трех послов. Давайте в поленке. Пачки потом апаются в полевые. Нет, пулеметную роту. Вот полевые пушки не требуют остановки, чтобы стрелять, а хвачка требует, блин. Странно, я не открыл медика. А где медик?
Ладно, давайте разведывательное управление. Потом шпиона здесь. У нас мастерская закончена. Рыцарей. Пропустили, хороший торговец. Блин, хотя этот получше. Двух послов дали. Ну вот я следующий в Стокгольм отправлю, чтобы все научные давали мне науку. Что там, кстати, по науке? 190, 159. Ну, по науке я, конечно, впереди планеты всей. Правда, тут нету научной победы, еще раз напоминаю. Но мне надо выйти в танки и захватить Мапучи. Потом можно, кстати, переплывать озеро и захватывать Ацтек. Гейдельберг стал вольным городом. Так, может тут только рыцари. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, двенадцать. 13 строится. Ну хотя бы 15, чтобы у меня 5 армий было танковых. Да, блин, надо еще, конечно, развлекательный комплекс. Вот здесь, сюда надо бахать развлекательный комплекс. Сейчас священное место достроится. Так, я загрузился. Инвиктус, как загрузишься, скажешь. Чтоб я тебя не атаковал. А ты хочешь? Я загрузился. Тебе каждый раз сообщать, что я терракотовую армию не успел построить. Фридрих Барбаросса объявляет вам предупреждение. Удачи ему.
Так, ну вот теперь, я думаю, что 15 рыцарей мне хватит. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, 14. Значит, еще надо... Стык, девочка. Одного рыцаря. Так, тут и арту можно. Семь ходов арта, а здесь... 5. Давайте здесь арту, а здесь рыцаря. Так. Ага, здесь у нас уже есть где создавать армии. С кем создавать, там прокачанные рыцари имеются. Тогда лучше здесь внизу держать рыцарей. Святилище завершено, развлекательный центр. Так, так, только давайте вот на месте... Делаем. Ну, конечно же, арту атакует. Что-то мне кажется, что закончится вот все ядерным ударом. Ну, здорово. Без научной победы так и будет, скорее всего. На самом деле у грека 500 культуры. И что? Ну, с греком должен русский разбираться. Ничего, вон уже по одному туристу вход капает. А там потом еще эти карточки подъедут. Да туризма-то пока 92. Ну сейчас смотрите, грека, о, грека, немца допилят. Мапучи и ацтек, ну, я думаю, скорее всего, тоже поглотит или русский, или кореец, хотя корейцы вообще не сильки. Ну, кореец, по крайней мере, Лаутан поглотит. И как-то тяжеловато туризму побеждать, когда так много выбывших. Я понял, русский считает, что нам это как бы проще сделать, видимо, приплыть с другой стороны и сжечь тебе города. Которые не то чтобы на воде. Ну, вообще я все твои города вижу. У тебя как минимум... Три города на воде. Хорошо, посчитай города больше 10 на воде. Ну, кстати, да, если Лёша запустит лунный модуль, там... Ой, слушайте, каждую игру вот это про лунный модуль, и тогда все окей будет, это абсолютно не так. Да, вы, короче, не парьтесь, туризмом тут и не пахнет. Да. Серьезно? Я не парюсь, потому что я тебе просто ничего не могу сделать, ни в каком виде. Если русский не парится, то и я не парюсь. Ну блин, ну...
Не, ну раз Грек сказал, не парится, то все. В принципе, можно спокойно дальше. А париться точно не чем. Ночью париться-то. Кого он убил? Долбал он меня просто. Двух рыцарей потерял уже. Так, куда назначим? Куда, наверное? Просто на ровном месте, причем прокачанных рыцарей. Ходы до пластмасс. Просто у Мабучи плюс 10 урона, вот просто плюс 10. Все-таки Мабучи тупая нация, по-моему, это... Ты в соседях имеешь Мабучи, да, и значит не должен хорошо развиваться. Иначе у него плюс 10 к силе к тебе, ну... В чем логика? Ее нет. Ты просто рассуждаешь как проклятый колониалист. Еще одного рыцаря потерял. Здорово. То есть мне трех рыцарей сейчас надо еще будет построить, плюс к этому. Ей. А он своего тоже спас. Опять кто-то меня стырил. Ну, Барбаросса компьютер, поэтому с ним никаких дел по правилам нашей группы вести нельзя уже. Да, пойдем отсюда захватывать. Так, ждем следующего хода.
Что у меня тут с караванами? Ну, здорово, кучу денег приносят. Так что апнемся в танки быстро. Случай купим клетку сразу, так, 110, а тут нельзя купить. Единственная клетка с нефтью у меня. Мало рыцарей. Ну, я потерял сейчас вот несколько. Полез почему-то вперед. 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12. 12 рыцарей так и осталось. Я сейчас апну, кстати, здесь уже будет строиться танк вместо рыцаря. Но мне нету смысла ждать. Надо апать то, что есть. И у меня как раз гуманизм сейчас будет. Я возьму карточку на апгрейд, который меньше будет стоить. Бежал. Так, значит, опять же берем это все, оставляем, берем скидку на улучшение юнитов, здесь строим платформу. Сила 80. Так, дальше индустриализацию откроем. Что там, Алексей, что по урану? А что, я в уран разве вышел? Я не знаю, я думал, что в уран. Давайте здесь тоже развлекательный комплекс построим. У меня явно проблемы со счастьем будут. Причем долгое время. Так, все разведчики. Вот один рыцарь остался. Пластмассу видео вышел, как видите. Он считает, что я в уране. Но мне надо индустриализацию, чтобы в фабрике хоть какое-то производство было, а потом можно и в уран.
Ой, зря сюда. Проехал. Блин. Пушку надо сюда ставить просто. А я танком сюда встал. Корейская мощь на меня ползет. Да, не успел даже в пушечке выйти. Ну, да. Тут придется без пушек атаковать. Хотя, может, хвачку какую подвести. Видите, танк тут стал строиться. Так, шпион завершен. Бедная собака очень быстро у него гуляет, я смотрю. Собачка весь день стала пописать, она за 3 минуты издевается над животными. Со временем собачка выучит какой таймер в ЦИИ. Вступил, конечно, с... Туре проседаю, и надо бы мне театральных площадей построить. Но вот тут еще достроится 2 хода, а вот здесь можно танк отменить пока и строить театральную площадь. Так, здесь развлекательный надо достроить, здесь достроится тяжелая колесница и тоже театральный. Ну, у меня реально, я по культуре... То есть, если у меня с наукой, я впереди планеты всей, это окей. А, нет, даже уже русский вырвался вперед. Но он
переварил города немцев, он сейчас получает науку оттуда, то по культуре вообще грустно. 48-72, видите. То есть даже Кри примерно столько же науки имеет всего с 5 городами. Что нехорошо совсем. Обороны минус. О, инженер. Военный инженер. Вот этих свиней купить и обработать. Так, а тут у меня рабочего можно уже. Так, вот этот город я сожгу, он мне мешается только, а остальные можно, ну точнее, тут просто у нее ничего нету, понимаете, то есть нету смысла захватывать этот город, если в нем ничего нету, в том плане, если забирать себе, чтобы потом у тебя был. Да у тебя тут склад арбалетов? Да в пушке немножко, не совет. Если бы я вышел бы в пушке, я просто бы повоевал бы. Почему все шпионы у меня сидят, я не пойму. Все что-то у меня воруют. Фридрих Барбар. Он и с собакой успел погулять, и немца вынести. Что там бы и компьютер бы есть. Будет отойти. Ну, я сюда отойду и апнусь, видимо. Да, это неудачно я заглянул. Хотя
сюда надо отойти. Блин, а там... Он, по-моему, не сможет стрелять отсюда. А вот тут я, кстати, полечиться даже могу. Об это пастбище. Не изменяет память. Блин, ну не хочется танк терять, ну. Это долбанные мапучи с их плюс 10, это тупо. Уже считайте двоих вынес. Такая тупость. Я думаю, если бы не горы, он ему пучи вынес. Ты что-то перепутал. Три. Ну отходи. Так. Отлично. Решил моего мушкетера убить. Так, насколько у него тут лояльности хватает? А, нормально. Стоим. Жителей надо для военной площади, блин. И куча несчастья еще плюс ко всему. Военный лагерь строит. Так, ну вот как мне сюда пушки вести? Тут холм есть? Есть. И тут холм есть, да? То есть вот сюда надо пушки вести, вот эти две. Тут что? Тут холмов нет. А, ну вот надо... А этими двумя надо этот военный лагерь бить. Что нашел? О! Уровень союза с русским повышен, и я все открыл. Так, кого-то обстреливают.
блин. Ацтек, что хочешь за шпиона своего? Че наоборот, что дашь за своего шпиона? Болтар, что даю. Смотри. Голды нету. Но можно вот так. О, тут у грека еще и барьерный риф, ничего себе. Че, где? Барьерный риф. Понял, это в Аргасе. Не, сорян, серебро у меня будет. Могу на игрушку поменять. У меня игрушка красивая. Тогда нет. Что, никто не хочет повоевать с Алексеем? Сейчас с ним повоюешь, что ли? Я думаю, хотят все, но нет возможности. Мы здесь ловим арбалет против танков, держимся. Даже умудряемся арбалетами танки убивать. Здорово. Такое бывает. Если очень захотеть. Чтобы выбивать танки. Ну почему нет? Ну видишь, опять мне не повезло с территорией. Последние флажки, ну не прет мне с территорией. Тебе повезло с твоей нацией. Если бы не такая нация, я бы тебя еще на рыцарях вынес. Ну хорошо, ну я с тобой согласен, что нация на рыцарь твою не вынесет. И с территории тебе повезло в плане вот этой защиты этих гор, что к тебе очень сложно пройти, так что... А строить ты мог вполне выше, если бы ты раньше Махенджендару захватил и дальше бы начал города туда ставить, а не так, как ты это сделал. Ты вполне мог там поставить города намного раньше меня. Почему он? Почему арта типа показывает, что она может сюда встать, но на самом деле нифига не может туда встать.
Так можно. Здорово. Как меня раздражает, что в 6-й циве юниты не могут местами меняться. Это какой-то трындец просто. Как так можно было код написать? Почему не мог? Ну потому что вот у меня стояли два юнита. Танк, который не ходил, ты представляешь, насколько, на 5 клеток, да, вперед. И арта рядом стоит. Не меняются. Я думаю, интересно, может быть арта походила. Ну, арта перед этим ходила. Думаю, наверное, арта походила уже. Спустил танк на воду рядом с клеткой, и арта спокойно встала на ту клетку, где стоял танк. То есть, юниты просто не хотели меняться между собой. То есть, надо думать о том, как мне отводить юниты, вместо того, чтобы просто поменять местами их. Приходится делать. Так, что этих ученых постоянно пропускают? Угля завались, как всегда. Нет, чтобы... Нефти также было. Так, у нас тут чудо природы. Кто-то у меня лавенту перекупил, прям фантом, прям в религию. Да не, я карточку открыл, которая дает двойных послов, если отправляешь в город-государство, в котором не ты сузерен, а кто-то другой. Ну а за самих послов у меня стоит карточка, плюс 1 золото. Если хочешь, можешь обратно перекупить, я не претендую ни разу. Да я как бы тоже. Так, тут фабрику давайте, и вот здесь фабрику купим. Вообще и в столице вы неплохо, давайте в столице лучше купим. Хреново, конечно, что мускат захватил ацтек. Голды не хватает. Так, тут строители мы построили. Амбар тут не нужен, у нас счастья просто нету. Рурка 42, 36, 52. Ну, попробовать может. Не, лучше этим тут строить рурку. 12 ходов. Вот здесь как раз надо будет. Поэтому. Торговца. Ой. Тут надо. Ну блин. Ну что, вот что у этой игры не так с интерфейсом? Где пушка? Достроить. Здесь. Торговец. Продлить союз. Согласен. Хотите танк убить? Да, у меня очень много несчастья. Нехватка культуры.
Очень медленно, вот из-за этой территории очень медленно идет захват Мапучу. Еще один отставишь шпион пойман. Давай на двух дам тебе игрушку. Да нет. Наверное, нет. Может, мне даже до этих. До пушек. Так, 4 посла. Так, фольм. Отличненько. В этот раз не хватило, да? Тут вообще копеечку не хватило. Ну не все же тебя вести. Сейчас мне в этой игре везло. Да. Может быть, с ГГшкой я немножко, конечно, прошляпил, но в такой ситуации у меня очень много было места. Нет, за двух шпионов это реально мало. Не успел, не успел. Ладно, следующий ход ты берешь столицу, наверное. А это столица? О. Не буду я мучиться. Здесь у меня еще 3 хода до пушек. Пушкин бы я повоевал с тобой. Ну не успел, бывает. А что не слышно? Фух, ну, кажись, продавил наконец этого Мапучи. Но русский при этом очень, конечно, мощен. Не надо бы гавань строить и всякие подлодки делать, чтобы ядерные ракеты в русского пулять. Сжаешь, надо Мапучи забрать и как-то что-то с моим счастьем сделать. Ну хоть в этот темный век выйду. Убьет, наверное, все-таки танк. Нет? А вон еще у него один. Сколько там у него осталось? Ну, видимо, один хитпоинт. Не, два. Два хитпоинта. Жесть. Ну вот и убил его.
Есть! Я выиграл в этой игре! Да, видишь, теперь тебе не, мне не хватило чуть-чуть. Да, мы бы тут анжелы-то делали. Торговец завершен. Эльфия башня нет. Так, он мне еще этого там пытается убить. Нафиг. Амбар, хотя рис. О, уран есть, отлично. Что с великими людьми? Ученые так себе. Дипломатическая видимость это неплохой, кстати, потому что и на силу влияет. Куча там хоть есть плюс? Да, он как раз следующим ходом должен этого инженера взять столицы, чтобы быстрее строился. Что за инженер тут? Почему он его сюда ведет? Ну-ну. Или он его взял только что? Виктус, а что за инженер? Что ты его сюда ведешь? Пошел сдаваться. Он несет декларацию. Несет декларацию о сдаче. А, это, блин, это этот. Вот инженер. Красивый золотой дворец. Это же этот. Военный инженер. Что у него на плече топорик висит? Вот это вы золотые купола срубать. Давайте ходить уже. Да это я, у меня тут куча юнитов. Юнит возле меня. Ну что, берем столицу Мапучи. Куча сообщений вроде, потому что астрономия и меркантилизм. Надо так пододвинуть, чтобы они не мешались, и забрать. Ну, ребят, удачной вам игры. Спасибо за игру. Да.
Спасибо за игру. Так, амбар. Блин, дайте мне в темный век выйти, два хода. Военная академия, ну... Вербовка партизан, контрразведка, сфабриковать скандал. Все хреновые промоушены какие-то. Мне нужен город с населением 15, поэтому попробую вот здесь все-таки вырастить до 15. Так, сколько нас еще остается в игре? Пятеро, да? Да, похоже на то. Двоих, причем вынес русский. Да. И одного ты. Я еще не вынес. Только два города взял. Ну, это вопрос небольшого времени. Хотя местность, конечно, совсем неудобная. А мне даже не в местности, а вот это его плюс 10, это меня просто с ума сводит. Это такая тупая, блин, способность. То есть ты хорошо играешь, да, у тебя типа золотой век, на, получи себе... проблемы из-за этого. Загляните на consolewar.ru, а на этом пока все. Продолжение запланировано на завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!